Одной из важных особенностей ядра D7 является то, что он документирован в формате PHP-DOC. Что такое PHP-DOC? Это специальный стандарт для комментирования PHP-кода. Вот пример документации из ядра Bittrex, из главного модуля. Указано описание метода, перечислены параметры, возвращаемый результат. Что нам дает то, что новое ядро Bittrex комментировано PHP-доком? А то, что, используя специальный софт, мы можем на основе исходных кодов сгенерировать документацию. Давайте рассмотрим одну из таких программ – Doxygen. Это кроссплатформенная система документирования исходных текстов. Скачиваем с официального сайта установочный файл, устанавливаем. Прежде чем перейдем к программе, я хочу вам дать пояснение. Дело в том, чтобы программа работала, ей нужны исходники, которые у вас размещены локально. Существует масса вариантов, как вы можете получить исходники локально у себя на компьютере. Один из них – создать полный бэкап сайта, который у вас находится на сервере, и данный бэкап распаковать у себя в папку. Также хочу обратить внимание, что весь код, касающийся D7, находится в папках lib каждого модуля. То есть мы можем получить документацию отдельно для каждого модуля, а не вместе для всей системы. Запускаем установленную программу. На первом шаге указываем путь до рабочей папки, куда будет помещена сгенерированная документация. На втором шаге указываем имя проекта. Также мы можем указать папку, где у нас хранится исходный код, по которому мы будем генерировать документацию. Помним, что код, написанный на новом ядре D7, размещается в папке lib. Отмечаем, что сканирование должно быть выполнено рекурсивно. В принципе, этих настроек будет достаточно. Если вам нужна более глубокая настройка, то вы можете перейти на вкладку «Эксперт» и выполнить там более детальную настройку. Переходим на вкладку «Run» и запускаем анализ. Видим, что у нас идет анализ. После завершения анализа, если мы нажмем на шов HTML Output, то у нас откроется титульная страница сгенерированной документации. Здесь нас в первую очередь интересует иерархия классов. Откроем, например, Bittrex Main Localization Log. Как видим, здесь у нас есть некоторое оглавление, где перечислены методы с параметрами, а также ниже данные методы описаны более подробно.